компании. А вы до конца были? Я вашей не дождалась. Но надо было дождаться. Можете рассказать? У Дениса все есть. Денис все написал же. Не, ну вообще, как вы оцениваете ситуацию, которая произошла? Это собрание, которое превратилось. Как вы его восприняли? Я сказала о том, что не нашли понимания родители, методы благотворителей с этих учительских фондов. То есть должен был состояться конструктивный диалог. Если возникла проблема, ее нужно было решать на уровне учебного учреждения. Потому что это деньги родителей, они как не рассмотрены образование, не зашиты. Естественно, это вопросы, которые должны рассматривать родители. И должны были услышать их предложение, рассмотреть, принять сведения, а потом на общем каком-то собрании решить, насколько эти их предложения имеют право на жизнь, имеют место для того, чтобы их решить в общем голосовании. Там были еще вопросы относительно того, что я говорила, там же Яна Покасина говорила о том, чтобы целевое назначение, чтобы они сдавали на спецсчет, сказала о том, что да, каждая школа имеет свой спецсчет. И безусловно, родители имеют право и на спецсчет этого средства с указанием на то, на какие цели они предусмотрены эти деньги. Но управление образованием распоряжаться никак не имеет права, тем более, что вторая гимназия у нас находится на самостоятельном ведении бухгалтерского учета. То есть средствами они распоряжаются абсолютно самостоятельно, автономно. Что еще было? А как вы относитесь к тому, что заявила? А, да, я сказала о том, что вы не защищаете якобы гимназию, которая сейчас грязного грязита. Что гимназию защищать не надо, потому что они сами себя защищают и своей результативностью работы, своей эффективностью. То, что они являются одной из лучших школ в сутки, 17 тысяч школ в Украине, они вошли в сумму лучше, как бы место занимают, их результаты четвертом украинских олимпиад, дисциплин по малой академии наук, их медалисты, их дети, которые получают свидетельство в отличие за 9 класс, их ребята, которые учатся на достаточно высоком уровне, результативность работы учителей на виду, то, что их команда по истории уже не один год занимает первое место в Украине, прямо целая команда, там не то, что один человек, а должен быть пятеро или семеро. То есть они своей работой себя уже защитили. У них имя достаточно высокопрофессионального творческого коллектива. Некоторые учителя говорили, что сейчас речь идет о том, что им из-за вот этого скандала, который разразился, так, по поводу коррупции, что все будут думать, что эти все места куплены. Олимпиадные и так дальше. Это, поэтому... это субъективные мысли отдельных руководителей или отдельных учителей. Как вы думаете, как этот скандал разрешится? Позиция управления образования, что этот скандал не должен быть в рамках учебного учреждения. И деньги родителей